Дорогие друзья, вся Россия не может сдержать слезы. Если вы подпишетесь на наш канал, то гарантированно каждое утро вы будете смотреть на нашем канале интересные новости. Известная советско-российская киноактриса Наталья Харахорина сегодня рано утром оказалась в больнице. Рано утром она поехала в больницу и попросила медицинской помощи. Сама актриса рассказала, что уже несколько дней мучается от сильной головной боли. С чем это связано, никто не знает, никакие лекарства ей, к сожалению, не помогают. После небольшого обследования медики приняли экстренное решение о ее срочной госпитализации. Актриса была не против. Уже сообщили родным и близким то, что она находится в больнице, сколько времени она там пробудет, никто не знает. Родственники сообщают о том, что очень часто она жаловалась им на сильные боли. Почему она раньше не обращалась к медикам, неизвестно. Следим за нашими новостями, друзья. Только так вы будете знать всю правду того, что происходит за кулисами российского шоу-бизнеса. До скорой встречи. Будьте всегда с нами, дорогие зрители.